спящего Левска место убирает в защите Наумова. Ее тогда стали прихватывать. Она, честно говоря, не очень знает уже, что делать. Пробует все мыслимые и немыслимые варианты. А так вот получается по доигровкам, что ей только и может пасовать задом. Наумов с таким отчаянием сама после своих ударов руками всплескивает. Ну вот сейчас будет Зузаричь возможность быструю атаку заготовить, что и делается. Но готова была Ларсон, успела за Лисовской. Такой розыгрыш у нас блестящий. Вновь через Наумову. И вновь она не может забить уже четвертый раз. Хотя атакует-то вроде неплохо, но как обороняется соперница. И пятая попытка за один. Вот это прыжковая нагрузка у человека. И шестая атака Наумовой. Мяч упорно не желает падать. Но сейчас опять можно побыстрее что-то сыграть. Козух. Точно в руки Кошелевой. Ну кто же выиграет этот эпизод? Ларсон. Опять защита блестящая. Просто удивительный момент. Седьмая атака Наумова, честно говоря. Не буду утверждать, что это рекорд, но это удивительная вещь. Восьмая атака. За один розыгрыш именно Наумова ставит точку, поднимая весь зал на ноги, а сама бессильно сидит на площадке. Естественно, так напрыгаться и за партию иной раз не удастся некоторым игрокам. Сколько сейчас. Но характер-то есть у девушки, это приятно, тем более, что она кандидат в сборную страны. И привлекал ее Владимир Кузюткин в прошлом сезоне, в начальной стадии подготовки. Потом, конечно, с появлением сборной Соколовой, опытной там Махно, больше нужна была с приемом хорошим. На Наумову место в чемпионском составе сборной не досталось. И, в общем-то, и тогда говорил еще в беседу с Владимиром Кузюткиным, он говорил, что Наумову я очень серьезно рассчитываю в будущем. И очень здорово, что она возвращается в Заречье, где будет постоянно играть. Вот это...